Yeah, but first of all, welcome. Сначала я хотел вас приветствовать. I think the team is in a good mood. Я думаю, что команда в хорошем настроении. And we are really looking forward for the game. И мы готовы к следующей игре, мы ждем ее. Saturday. В субботу. And it will be a very important game for us. Это будет очень важная игра для нас. So the plan is very simple. Игра будет очень простая. We need to play a game on 60 minutes with 100% performance. На высоком уровне, 100% быть готовым к этому. To go to the final four. Чтобы попасть в финальную четверку. And this was the problem we have in Bucharest. Это у нас была некоторая проблема в Бухаресте. That we have many good moments. У нас было очень много хороших моментов. But we also have some bad moments. Но также у нас были плохие моменты. One example is in the second half we was in front with two goals. Например, мы опережали на 2 очка во второй половине матча. Then we come behind with 4 goals. Потом мы отставали на четыре мяча. And then we come in front with 2 goals. Потом мы опять вели на 2 мяча. And I think these two periods вот эти вот периоды can have a bigger consequence Saturday. Как раз таки нужно будет, чтобы такого не было в субботу. Because both team know. Обе команды знают. The loser of this game will not go to the final four. Что если вы проиграете эту игру, то она не попадет в финальную четверку. But we are ready. Но мы готовы. And we are looking forward for the game. И мы ждем эту игру. Это хорошо, что первую игру мы играли там. Мы теперь можем посмотреть на нее и сделать все выводы, что нам нужно проработать, как нам нужно работать, на что сделать акценты, убрать наши ошибки. И, естественно, это домашняя игра. Будет, я думаю, намного лучше, качественнее и, естественно, увереннее. Вот, мы также ждем, не дождемся этого момента и хотим выйти на площадку и быть готовыми на все 100% и побеждать. Ростов Дон can play 100% good. Если Ростов будет играть на 100%, then it's no problem for me. Тогда вообще никаких проблем не будет. You need to play good. Просто нужно хорошо играть. If you play чуть-чуть under, если вы играете не очень хорошо, то goodbye, and you play about the third place. Ну, да, нужно хотя бы. And all teams have a chance to win. У всех команд есть шанс. And I don't know who will play. Я не знаю, кто будет играть. I have a feeling in my head about it. Есть кое-какие соображения в голове. But all teams who go there can win. Но все команды, которые попадают, все могут команду выиграть. Bad day you go out, good day you go in the final. Плохой день ты улетаешь, so хороший день попадаешь в финал. I actually think four teams who go there can win. Я думаю, все четыре команды, которые попадают туда, могут выиграть. And it's difficult to say which team is the best. Тяжело сказать, какая команда из них лучше. Because in one month, потому что в один месяц, when the final four is, когда проходит, maybe one team has three injuries. Может быть, у кого-то будут травмы. And then there will be other teams who have better conditions. И поэтому другая команда будет, у нее будут лучшие условия. So it's very difficult. Поэтому очень тяжело. Only strong teams back. Только сильная команда побеждает.